Здравствуйте, ребята! Сегодня четверг, а это значит, что в эфире Угличского телевидения веселая детская передача у Левушки в гостях. И уж коль вы мои гости, устраивайтесь поудобнее, располагайтесь на своих стульчиках, диванчиках и слушайте Левушку, который продолжает рассказ о творчестве замечательного детского писателя Николая Носова. Читать его книги любят все, и дети, и даже взрослые, потому что они наполнены доброжелательным таким легким юмором. Открывая любую страницу без улыбки, а то и даже без неудержимого смеха, читать просто невозможно. Будь это книги рассказов «Ступеньки», или «Веселые рассказы», или «Фантазеры», или хотя бы «Витя Малеев в школе и дома». Если вы, друзья мои, спросите у своих родителей, читали ли они книги Николая Носова, в ответ они сначала обязательно улыбнутся, а потом уже ответят на ваш вопрос, потому что книги Носова нельзя вспомнить, не улыбнувшись, не так ли? Но разве можно без улыбки читать про Незнайку, а? Кстати, почему Незнайке дали такое имя, а? И почему его не любили? Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал, а главное, не хотел знать. Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, желтые канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Он вообще любил яркие краски. Нарядившись этаким попугаем, он по целым дням слонялся по городу, сочинял разные небылицы и всем рассказывал. Кроме того, как вы знаете, он постоянно обижал малышек. Надеюсь, друзья мои, среди вас таких нет. Но если вдруг таковые имеются, срочно становитесь похожими на Знайку. Этот герой знает очень много, потому что читает разные книги, которые лежат у него на столе и под столом, на кровати и под кроватью. В его комнате практически нет места, где бы ни лежали книги. Конечно, беспорядок устраивать не стоит, но дружить с книгой и любить ее прекрасно. А теперь настал самый приятный момент в нашей передаче. И вы все знаете, что мы сейчас будем смотреть мультфильм. К сожалению, друзья мои, на этом мне приходится с вами прощаться, потому что передача «У Левушки в гостях» завершается, и увидимся мы с вами во вторник, как всегда, в это же время. С вами был ваш телевизионный приятель Левушка. Пока!